Я обещала вам показать, как я делаю массаж воротниковой зоны для снятия спазмов. Берем смесь Pastens. Очень удобно, что она в роллере. Она уже готовая, разведена фракционированным кокосовым маслом. Нужно обязательно ее встряхнуть, чтобы равномерно распределилась фракционка и непосредственно сама смесь для снятия спазма. Так, освобождаем воротниковую зону. И намазываем, вот просто роллером намазываем, намазали, закрыли. И теперь начинаем массаж этой зоны. Сначала просто разнести равномерно масло по воротниковой зоне обычными движениями. Запах такой своеобразный у этой смеси, чем-то похож на Deep Blue. Вот, просто разнесли, потом обязательно помойте руки после нанесения. И теперь можно приступать непосредственно к массирующим движениям. Я повернусь спиной и буду просто показывать без озвучки. Далее мы берем скребок гуаша. Вот этот скребок я купила в Дотерра. Это из кварцевого камня, вот такая штучка. Вообще она для массажа лица, как я потом покажу, но и для воротниковой зоны тоже отлично, потому что у нее есть вот такая ребристая поверхность. И вот этой самой ребристой поверхностью, о, уже зажгло. Вот так печет приятно, вот такой, знаете, эффект одновременно и печет, и одновременно охлаждает, как будто бы анестезия. Вот такой прям, вау, пошло такое, прям кровоснабжение усиленное. Берем скребок гуаша ребристой частью и начинаем массировать все те же самые зоны, что и мы делали руками. Сверху вниз. И вот таким образом хорошенечко массируем всю зону. Сразу улучшается кровообращение, спазм снимается, и вы себя очень хорошо чувствуете.